Федя! Мурат! Федя! Ничего не видно. Ташкент, Азербайджан, Славян. Чувствуется за границей, да? Так, вот приехали в Ташкент. Это Узбекистан. Заселились в такую квартиру. Это большой зал. Это обеденный стол. Курение убивает. Ну что, вот нахожусь. Ташкент, Таджикистан. Что могу сказать? Ну, я как бы уже в интернете посмотрел и сразу понял. О, прием платежей. Короче, тут с картами все плохо. Карты не работают, мало где работают. Такой фигней не занимаются. Везде здесь кэш, наличка, суммы. Вот как бы дали нам денег. Сразу миллионы, миллионы там. Курс. Короче, 100 тысяч сумм, это 800 рублей. Примерно где-то так. Но надо брать наличку. Надо брать наличку, лучше доллары, потому что приехали за отель платить, они говорят, ой, у вас что суммы? Постоянно, говорит, курс меняется, можно в долларах. Мы так, ну, нам раз суммы дали, соответственно. Так, сейчас проходим элитный район. Элитный район. Блядь, все забываю, где живу. Там в названии посмотрите. Ну, красиво, красиво. Сколько раз вот, пока хожу, ничего не понятно, но очень красиво. Считаю, это же не туристический такой. Для туристов тут мало чего, но все равно что-то есть. Блин, ну... Жарко и красиво. Из Екатеринбурга улетали, было всего плюс 13 градусов, а здесь 26. Так, зашли в тот магазин, я не знаю, как магазин называется, купили сим-карту. Блин, не знаю, как связь называется. Так, связь, связь, связь. Ucell. Ucell связь. Сим-карта стоит 50. Так, 55 гигов. 55 гигов стоит 65 тысяч сум. Все, она на 2 месяца. Через 2 месяца она, короче, сгорает. Но нужен паспорт, нужен документ. Туя, туя, туя. Туя, 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 туя. А какого хуя? Жара вообще. Нормально. Говорят, тут нельзя голым ходить. Проверять не буду, потому что я не похудел к лету, блядь. Самсу решили поесть. Вообще большая, я бы даже сказал, большущая очередь. Вообще жесть. Вот такая очередь в Самсу. Вот принесли тут самое известное, вкусное, знаменитое самса. Как она называется, я не помню, самса. Потом напишу номер один. И 67 рублей стоит. Но дело в том, что здесь питаются местные. Алло. О, ну да. Мы около этого. Очень вкусно. Самса номер один. Самса, да. Вот такая вот капелька. Очень вкусно, очень вкусно. Да. Думаю, ты... Как мы... Блядь. Повар, я возьму у него это, номер телефона этого повара. Нет, мы не брали. Как сказал бы Зубарев. Вы что там решили? Вообще что? Сюда вы иди. Что решили? В Ташкенте.
Вот такого цвета. Там и лодки есть, и утки есть. Мечеть. Блять, опять красиво. Охуеть красиво. А еще что хочу сказать. Тут 90% машин это Chevrolet. Chevrolet. 90% все Chevrolet и разные Chevrolet. Здесь даже Матизы значком Chevrolet. Короче, 90% машин Chevrolet, остальные все 5%, наверное, китайские электрокары и 5%. Ну вот разные там Kia или еще другие иномарки крутые какие-нибудь. А сейчас мы подходим к местному КБ. Вот такая красота. Ну, это не пьющая страна. Так, ну что могу сказать? Вот взял яблоко, взял литр воды. Вышло на 11 тысяч. Это у меня прямо в голове не укладывается. 11 тысяч. Вот такие цены. Вот такие курсы. 11 тысяч. Это получается... Блять, я не могу сосчитать. 10 тысяч. Так. А, 70... 80 рублей вышло. Вот так вот все сосчитал. Ну все, блин, капец какой-то, как всегда. Я простыл, попил холодной воды, у меня заболело горло. Так, что мы опять? Мы пошли в кафе, надо поесть. Вот сегодня у нас первый выходной. Короче, пацаны планируют сгонять Самарканд. Типа Самарканд, это Узбекистан, 270 километров. Типа там все такое, это, как сказать-то, исконно узбекистанское такое все. Не то, что современное, типа там сохранилась вся эта история. А, пацан, скажи там. Ладно. Вот тут сок делают разный. Натуральный, прикольный. Так, кофе, Адомра, Милли, Анже. Непонятно что, ну что я нашел, здесь какое-то сушится мясо. Да. Значит, мясо, там мухи. Пойдем внутрь, пройдем внутрь немножко. О, сколько тут всего прикольного, смотрите. А что такое? Это кафе или рынок? Сколько всякой всячины. Я такого вообще ни разу даже не пробовал. Постоянно хожу. Ого! Вот это кафе. Ого, а тут сколько столов? Прикольно, прикольно. Так, сейчас я посмотрю, что здесь вообще происходит. Потом пойду что-нибудь возьму, надо все равно что-нибудь поесть. Не, вот там будет один. Один? Я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И вот это. Я не знаю, что такое. Прям хочу так взять и попробовать. А второй джес позон колоб. Асасы, матал, плов, халибис. Вкусно, вкусно, вкусно. А вы ничего? Не принесли еще ничего? У нас денег нет. Вкусно, 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 вкусно. О, там тоже что-то вкусно. Лукойл есть? Если Лукойл есть, я по карте могу забрать. Нет, брат, Лукойла нет. Не там подписчикам что-нибудь передать. Привет, 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 друзья. Обязательно. Обязательно.
Долго? Так, вот это пока выбрали. Да, я включу музыку. Какую музыку? Да, нормально, нормально. Я еще краску. Половину. Давай одну на двоих. Не в машине. Ну, смотри, кто будет сейчас здесь сидеть. Давайте. Кто будет есть? Макс. Где? А, она вяленая, что ли? Как кафе называется? Приезжайте все в это кафе. Всем ассаламу алейкум. Там разделают рыбу, мы сейчас эту рыбу будем есть. Сейчас эта свежая рыба разделают, пожарят, и мы ее будем есть. Иншалам. Хорошо русский язык знаете. Я половина москвички, там работала. Будете проезжать мимо, обязательно заезжайте в этот... Блогерам скидка. Парни. Что говоришь? Вот так вот здесь надо. Достархан. Так тут, наверное, надо сидеть на это. Снимай, снимай. Шесть бармакиты. Ну что могу сказать? Время 3 часа 30 минут. 4 часа 12 минут. Трамвайные пути, да. Мы прибыли в город Самарканд, самый древний город мира. Ему уже почти 3000 лет. И идем. Кошка перебежала, давай не пойдем. Пойдем налево. Нет, смотри, там вообще это медпункт такой. Да-да-да, налево пойдем. Ха. Рисковать не будем. Да. Это. Мы сейчас пойдем хотя бы в какой-нибудь ночной клуб. Вон что-то. Спать охота, но это. Хули мы что-то зря сюда ехали, блядь, 8 часов, блядь. 4 часа, 3 часа без 5-7, блядь, приехали. 5, 9, 10, 15, 5, блядь. Да так. Идете несколько памятников. Баби, Бибиханым, Шахизинда, Регистан, Амур-Тимур. Все там. Здорово. Исторический центр Самарканда, это старый город. Ага. А еще можно такой вопрос, у нас спор вот возник, да, типа как мы сюда поедем, в шортах или в штанах, вот можно ли нам, как мужчинам, правильно. Да, как правильно, чтобы никак, никого не оскорбить, там, не нарушить, да. Не религию, а вот эти вот правила ваши, да. Слушай, ты нормы, турист. Да. В шортах я могу такого ходить? Нету, если ты уж пойдешь по святым местам, то оденься. Ага. Ну, вот а так, пожалуйста. Ну, я все. Могу вот здесь по улице идти в шортах. Пожалуйста. Да? Ничего, не, держать, никого, да? Ничего не... Чувств верующих там не оскорбит, это ничего, нет, да? Нет. Угу. Просто нам сказать. Ну вот, наконец-то мы пришли в магазин. Здесь светло, красиво, ярко. И ценники хотя бы нормально, тут все написано.
Но мы, соответственно, как мы как туристы. Реально здесь свобода. Прикольно, вообще так очень круто. Какие фрукты, я хочу их всех поесть, короче. Не потрогать, а поесть. Да, это вообще прикольно. Офигеть, очень клевый магазин. Короче, всем рекомендую магазин. Самарканде магазин называется Киви. Офигенно. Сильно тоже наглеть не буду там все это снимать. Хотя мы... Я его пил последний раз, блядь. Когда мы приехали, его пил, я его перестал пить. Да что мы приехали отдыхать? В 2006 году, наверное. Не, просто сейчас вставай через пару-тройку часов, дохлый. Он не встанет. Не, я встану. Дохлый. Мы потом как Федю поднимем, за ним приедем. Нет, так не надо. Ладно, тогда разберемся. О, не-не-не. Ну, что могу сказать? Киви, да, Киви, самый лучший магазин, в котором я был. И вообще, вот сколько мы приехали сюда. Мы приехали из Урала, приехали в Ташкент. Самарканд там больше нравится. И это самый крутой магазин в мире. Вот чистота, порядок и ценники, обслуживание. Да, и еще 24/7. Это, короче, это просто вышка. Встретили рассвет. Ну все, мы находимся в Самарканде. Вот. Так, приехали в Самарканд, самое сердце, самый центр. Смотрите, это какая неописуемая красота. Здесь все выложено из плитки. Деревья растут, небо. Сегодня погода вообще просто улетная. Наверное, 32 градуса. Это вообще что-то с чем-то. Так что... Вот. Сейчас у местного жителя возьмем интервью. Do you speak English? No, please? Я Russian. No, Russian, да. Вы местный? No, я Russian. Не местный? No. Как двухместный, бля? Туда-сюда. Туда-сюда. Ассаламу алейкум, пару слов туда-сюда сделай, бля. Да. Идешь, Саня? Подскажите, да. Подскажите, вы местный? Вы местный? Конечно. Где можно тут нормально покушать? Прямо и налево. Спасибо, бля. Спасибо, блядь. Как поэтому, как в лобби прям. Ну вот, билет стоит ровно 40 тысяч сум. Попали мы в это место. Там, видимо, храм. Я не знаю, можно туда заходить, не можно. Сейчас будем проверять. Просто посмотрите на эту красоту. Улица Алга. Это история, история. Это вообще, наверное, священное место. Сейчас пойдем туда посмотрим. Там, где в оригинале? Где выход? Тут мощи какие-то лежат. Да. Ну что получается, вот такой блок, короче, мы приехали в Самарканд, да, вот эти вот развалины, типа руины, ну это типа церковь, это типа там мощи какие-то лежат, я вот если честно не понимаю. Ну кирпич и кирпич, да? Вау, ну это типа... Да, 3000 лет этой штуки. Да, я все прекрасно как бы могу понять, кто-то в это все верит. И это. Но по-другому как бы я что вижу. Кирпич. Ну, это чисто мое мнение, конечно, меня могут сейчас может хейтить, что я ничего не понимаю, но... Я видел Ри, о, Колизей,
мавзолей. Для меня то есть все здания, типа, ну здание, конечно, да. Может, я не понимаю. Так, ну теперь, наверное, надо пояснить, да, почему у меня такое скептическое настроение, или как сказать, да. Ну, то есть то же самое, да. Старое здание, лежит какой-то человек, да. Все. И за это берут 350-500 рублей. То есть это получается какой-то маркетинг. Приехали, остановились перекусить. Я самса вот здесь. Я уже не плов, не самса, ничего не хочу. Хочу фрукты, овощи. У них одна самса. Все одинаковые. А у меня нету бабок больше. А ты что, далее? Что хочешь? Так у меня вот осталось 200, когда все, прожить, поесть. Короче, Янги базар, самый крупный базар в Самарканду. Уехали куда-то туда в горы. Вот такой, короче, здесь базар. Вот, пожалуйста, все есть. Я, если честно, не люблю по рынкам ходить. Что тут можно вот купить? Есть только сувениры какие-нибудь. Даже не знаю. Че и... Сейчас посмотрю какой-нибудь, ну, сувенирчик. Хочу какой-нибудь платок красивый. Так что, ну что могу сказать? Рынок есть рынок, да, но я этого и ожидал. Как говорится, разговариваем, я там платок хотел купить, есть платок. Давай, типа, сколько стоит? 20. Даешь 20, он, блядь, сразу перестает понимать русский язык, говорит, 100 тысяч стоит. Как так? Не, ну, понятное дело, что рынок, блядь, ну, 100 тысяч, блядь, 100 тысяч это 800 рублей. Сначала говорит 20 тысяч, потом говорит 100 тысяч, я не понимаю. Короче, я не знаю, вот у меня мама очень любит торговаться. Я, получается, я вообще торговаться не умею. Так что это не мое, я пошел обратно. А еще вот как, что хотел сказать, да? То, что все говорят, что там за границей очень грязно, да? Ну вот, про что я говорю, вот такая вот грязь. Типа, да, блогер. Типа вот эта грязь. Но это на самом деле это вообще нифига не грязь. То есть это не такая грязь, как у нас там. На Урале. Вот, нашел название, как садовод комплекс. Ургут. Нашел название, как рынок называется. На выставке. Федя! Мурат! Федя! Проще докричаться, чем дозвониться. Теперь смотрите, сколько здесь дамасов. Вот там, где-то. Пишите в комментариях, кто сколько насчитал.
Тому что-нибудь давай сделаем. Да, тому будет разыгрываться подарок. Магнитик на холодильник. И бутылка хорошего, настоящего, доброго вода. Вот говори, Макс, справа Таджикистан граница. Справа Таджикистан граница. Слева Самарканд граница. Слева Самарканд граница. Там поплотина. Карабах. Карабах. Да, не, выходим, вот, выходим в кишечку. И что-то нахуй нужно. Да в смысле, блядь? Привет. Это, остановись. Вон куда надо ехать. Вон еще горы. Горы. Ого. А воздух какой свежий. Я не свежий, а воздух свежий. Вот тут рыбы. Там зеркало, говорит, есть? Вообще классно. Зеркало видно, аккуратно выходи. Стекла или что? Ой, это видео. Мне, пожалуйста, дай, пожалуйста, кепочку вот эту. О, она тебе маленькая, Саня? Не, она мне большая. Так я тебе что говорю. Да? Да. Поедешь? А? Поедешь на шке? На Пакистане на осле. Давай. А, его так рулят? Да нет, просто разговаривать с ним, он же, бля, все понимает. По-русски-то нет. Привет! А? Касса! Во время революции прятали здесь, этот, учили, ну, да, читали. Да, я какой-то пакет крепкий. Я ошибен до лет. Этому дереву, да? 1153 лет. А? Что, можно туда зайти посмотреть? Можно, нет, туда? Можно туда? Да, конечно, можно. О, в дереве. Дереве, офигеть. Я как белка в дереве. Нифига себе. Офигеть. Ты как у нас в пещерах, да? Ага. Ну вот это дерево. Так его никак не... 1600, 1600 лет. 1600 лет. Это, смотри, дерево из деревьев. Это корни. Нет, это одно дерево, круто. Я понимаю. Че, вкусно? Всем пирожки? С ментолом. Дайте, пожалуйста. А кто это принес? Это угости? Да. Нам принесли. Мальчик, говорит, какой-то принес. Походил, заснем, блин, и нос выйдет. Без сапог. Ну, кроссовки отдадут. Ну, смотри, почет. А, нет. А, да, почет принесли? Это девчонки, может, комплимент? Нет, постоянно говорит, какой это. Или кто принес? Девушка, да. Девчонка. А, девочка? Ну, да, не материтесь. Священное место такое хорошее. Молились, когда революция была. Здесь? Если корни подломится, оно упадет. Ну, нет, может быть. Прямо на нас? Не, они, наверное, сморожищатся. Хорошие? Только что, свинина прогнила. А, пойдем, что? Mm. А что, еще что-то есть? Нужно. А уже, мы ради одного дерева. Вот надо было тут жить. Кстати, смотри меня вот сюда. Чё, блядь, чё, блядь, ты жишь? Ну, мне кажется, дура. Что тут, грубо говоря, да ладно. О, ты видишь?
не видно. Только так, как все помню. Либо вот так. Вот так, и так. Да. Не, ну прикольно, живут же люди. Аул такой. Крутой аулчик. Так, ну это ж 25. Это сколько? 250 рублей. 250 рублей заплатили, за что? За вид. Раз, два, три. GoPro стоп съемка. Вообще, это не передать. Далеко. Бля, на камере вот сразу все не то. Но. Смотришь, ух, так далеко, далеко так смотришь. Там вот что, хотя бы. Ну вон дерево какое. Ну, по идее, ну, залезть туда, наверное, фиг залезешь. Машина на машине, может, можно заехать? Вон потуда. Наверное, да. Сейчас. Круто, круто. Прикинь, тут люди живут. О, это кладбище! О. Мы на кладбище пришли. Офигеть, погнали отсюда. Мы вон потуда. Ты че? Упал, что ли? Орет, орет. И шаг, и шаг. GoPro стоп съемка. Ехали, ехали вон туда в горы. Чуть-чуть приехали. Тут смотрите, Волынь, которая Луаз. Вот это аул. Вот это аул. Вот тут люди живут. Опа. Мак, не мак. Все, вон большие горы. GoPro стоп съемка. Из удобства ничего не надо. Да. Четыре стены, пол, все, на полу спать. О, есть. А вот там первая, да. Первая. А вторая, третья как? Ручную есть переключать? А тут... Ну, вот есть типа, как вперед. Это, типтроник, да, называется? Да. На первую, короче. Обмануть. Точка передачи. Героин. Нюхать будем колодца, бля. Ура! Мы сейчас обжабаемся. Они даже это железо, короче, не крепят, камнями придавили. Пока мы кушать будем. Нет, дети, мы колодца будем сейчас. Нахуй вам это не дать. Нахуй вам это не платить. Потом маг пойдет, молочко. GoPro стоп съемка. Лучше один раз нормально кайфанем. Все. Вот тут вот этот мак выращивают. Видишь?
GoPro стоп съемка. GoPro, снимай фото. Вот это заведение очень рекомендую. Пришли очень вкусно, вообще как надо, вот прям по-самаркандски, прям по-ташкентски поели. Прям как надо, съели люля, шашлык. Вообще на высшем уровне все. Вот сюда советую сходить. И все, вышли, уже стало темно. Быстро свет тухнет.